Впервые в истории здравоохранения Республики Саха-Якутия 17 ноября этого года состоялся первый съезд врачей. Новые векторы в развитии здравоохранения. В своем докладе министр здравоохранения Республики Саха-Якутия Михаил Охлопков рассказал о путях развития системы здравоохранения, в котором большое значение уделил новым компьютерным и интернет-технологиям, в частности, внедрению современных роботов в самых разных направлениях, предложил активное применение в рутинной практике специальных мобильных приложений и медицинских сайтов. Также большое внимание уделяется расширению практики использования телемедицины в отдаленных районах. Съезд поддержан высшими чинами республики, что заслуживает уважения и определяет масштабность мероприятия. Труд Министерства здравоохранения имеет положительные результаты, что подтверждается многими статистическими показателями. Сегодняшнее мероприятие очень важно. Это съезд врачей, на который пришли врачи послушать о том, что происходит в России, как их выглядит регион среди других приполярных регионов России и мира, и арктических регионов России и мира. И вот мой анализ, которым я сюда приехала, который сделала Высшая школа организации управления здравоохранением, он как раз показал, что в Республике Якутия, несмотря на очень непростые условия, это на низкий уровень урбанизации, это на огромное расстояние. Арктический климат, ну, у всех арктический климат, да, это я сравнивала с регионами арктических, смогла добиться очень хороших результатов. Но есть и задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. К 2025 году поставлена задача увеличения ожидаемой продолжительности жизни наших российских граждан до 76 лет. У каждого субъекта, у каждого региона будет своя задача. В Якутии это будет 75 лет. Скорее всего, вот мы более точные расчеты сделаем, мы будем с вами сотрудничать, я надеюсь. И это означает увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 4 года, с нынешних 71 года. Вот что надо делать? Два блока, в котором направление деятельности, которым мы должны заниматься. Первый блок – это здоровый образ жизни, снижение распространенности алкоголизма, табакокурения, потребление алкоголя. И вот эта зона ответственности, вот сейчас сам Егор Афанасьевич сказал, мы должны все вместе, всем миром на это кинуть. Это один блок. А мы вам будем в здравоохранении помогать. И есть вторая часть – увеличение доступности и качества медицинской помощи. И вот здесь тоже нам предстоит решить серьезные задачи. И главное, первичное звено, лекарства для населения и повышение квалификации врачей. Одним из важных событий, произошедших в уходящем году, это авиакатастрофа в Болонском Улусе. Благодаря совместной работе правительства республики и Министерства здравоохранения, данная катастрофическая ситуация была удачно ликвидирована. Я выбрала эту тему в связи с тем, что все-таки наши медицинские работники города Якутска оказали огромную героический подвиг для спасения военнослужащих, которые потерпели аварийную посадку в тундре в Болонском Улусе. Вот. Ну, в первую очередь, что там было? Там было быстро организовать бригаду врачей и фельдшеров, которые вылетели на место происшествия, и вывести оттуда пострадавших военнослужащих для того, чтобы им оказали быструю, первичную, экстренную помощь. После прилетели с города Якутска, с медицины катастроф, специализированная бригада, которая оказывала им оперативную помощь, и военнослужащие были в полном составе, вот 38 человек, эвакуированы в город Москву, где им оказали дальнейшую помощь. Ну, в первом съезде врачей мы, как Арктика, ждем, конечно, новые технологии, вот, чтобы развивалась телемедицина, санавиация в Арктике развивалась. И, конечно же, ждем очень таких способных молодых специалистов, которые бы приехали к нам в Арктику и работали.
Мегино-Кангаласская центральная районная больница является одним из первых улусных больниц, который удачно внедрил методы телемедицины, в том числе в фельдшерско-акушерских пунктах для консультации с ведущими лечебными учреждениями республики и страны в целом. Мегино-Кангаласский район находится в правом берегу реки Ленда. Он по территории самый маленький из наших вот сельскохозяйственных районов и самый густозаселенный. По количеству жителей больше всех в сельскохозяйственных районах. И у нас вот 301 наследник есть. Это представлено 16 ФАПов, 7 участковых больниц и 5 врачебных амбулаторий. Также у нас вот функционирует 3 межрайонных центра. Это межрайонное родильное отделение, межрайонное первичное сосудистое отделение и межрайонное травматологическое отделение. Они организованы в 2012 году, ну, в основном по программе модернизации здравоохранения. Сейчас по работе первичное сосудистое отделение, межрайонное травматологическое отделение можно судить, там, что показатели есть снижение смертности. Например, от сердечно-сосудистых заболеваний на 14% и смертность от травм, в основном от дорожно-транспортных происшествий. У нас получается в Мегино-Кангаласском районе оптоволоконная сеть, очень сейчас с этого года сильно развита. У нас наслега подключены оптоволоконной сети, и большинство, в основном, все вот на слегах у нас в больницах имеется программа МИС установлена. Скорость вот у нас в локальной сети достигает до 100 мегабит в секунду. И у всех есть интернет, все справочные, все программы есть. Поэтому будем осуществлять вот между с наслегами нашей центральной районной больницы, с медициной, которую можно осуществлять любое время для медицинской консультации. Вообще есть вот такие организации, они направлены на то, чтобы повысить вот уровень нашего здравоохранения, повысить статус наших врачей, повысить вообще имидж нашего здравоохранения. В отдаленных улусах, благодаря современному оснащению больниц, на сегодняшний день проводятся малоинвазивные и эндоскопические операции на местах. Верхневилюйская центральная районная больница является тому ярким примером. Дальнейшая работа в данном направлении приведет к положительным результатам по всей республике и поднимет уровень медицинской помощи на новый этап развития. Сегодня проходит первый съезд врачей. Это первые республики. Это большое значимое событие для всех врачей республики. Последние годы медицина очень быстро развивается. Наши хирурги оперируют на уровне российских нормов везде. Также развитие идет и в районах. В нашем районе в 2016 году был введен в эксплуатацию новый больничный комплекс. Поэтому для нас, врачей Верхневилюйского района, открылись возможности вводить новые методики, работать по новым требованиям, вводить все новое. В связи с тем, что построили хороший больничный комплекс, мы получили очень много оборудования новых. У нас появилась возможность делать эндоскопические операции, которые у нас хирурги уже делают. Малоинвазивный остеосинтез. Лаборатория сейчас очень хорошо оснащена, и поэтому практически у нас делаются все анализы, которые проводят республики. По информационным технологиям наша больница тоже не отстает. В связи с тем, что в районе нет оптоволоконной связи, поставили спутниковую станцию Батулинской участковой больницы, находящейся в 120 километрах от райцентра. Сделали пробную связь телемедицины с Центральной районной больницей и Республиканским центром медицины катастроф. И вот это прошло очень успешно, поэтому появилась возможность врачам Батулинской участковой больницы выходить напрямую при необходимости и к нам, или Республиканский центр медицины катастроф для вызова санавиации, для консультации больного с республиканскими специалистами.
Ну, в дальнейшем мы планируем вот такие спутниковые связи поставить в отдаленных фельдшерско-акушерских пунктах, где нет врачей. Это будет очень большая помощь. В Верхневолинском области сейчас 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 участковых больниц, противотуберкулезный диспансер, детский туберкулезный санаторий и центральная районная больница. Укомплектованность кадрами в этом году стала ниже. На сегодня 2 участковые больницы работают без врача. Ну, мы будем дальше работать. В фельдшерских пунктах тоже не хватало фельдшеров, но 5 лет назад мы сделали договор с Алданским медучилищем, и в этом году приехали наши 5 первых выпускников, мы их направили в фельдшерские пункты. Ну, как я уже сказала, впереди очень много целей, задач. Мы сегодня пообщаемся, поменяемся мнениями и примем опыт других. И будем дальше развиваться. Последние годы в ряде УЛУСов открыты травматологические и сосудистые центры, благодаря чему тысячи пациентов получают высокотехнологическое и специализированное лечение на местах. По этой линии в Амгинском УЛУСе 1 января 2018 года открывается новый сосудистый центр. Амгинская центральная районная больница в своей структуре имеет 8 участковых больниц, 3 фельдшерско-акушерских пункта и 3 врачебные амбулатории. Кроме того, у нас имеется противотуберкулезный диспансер с больницей на 15 коек, детский туберкулезный санаторий на 20 коек и стационар на 93 койки, поликлиника в районном центре на 70 посещений в смену. Вообще, Амгинская центральная районная больница, в этом году мы провели очень большой капитальный ремонт стационара. Целью организации с 1 января 2018 года первичного сосудистого центра межрайонного, который будет работать на 2 УЛУСа и с охватом Амгинский УЛУС и Усть-Майский УЛУС. Вот открытие этого центра, да, что оно предполагает? Оно предполагает это оказание первичной и высококвалифицированной медицинской помощи людям, больным с инсультом, с инфарктом миокарда, вообще вот с заболеваниями сосудисто-сердечной системы. А в этом году мы приобрели компьютерный томограф. Это вообще, я считаю, очень большое рывок вперед, поскольку для того, чтобы компьютерную томографию пройти, населению приходится ехать в такую даль, в город, занимать вот очереди, записываться и так далее. Вот эта проблема, конечно же, снимется. Это будет большим удовлетворением для населения. Вообще, вот за последние 3 года, надо отметить, идет очень хорошее развитие в здравоохранении. Скачок вперед, как я говорила, да? Это что? Это вежливое здравоохранение. И вообще, вот мы же все знаем, что самое главное для человека, для того, чтобы было такое вот отношение, да, обязательно должно быть у людей взаимопонимание, врач с пациентом, да, вот в таком мы, в такой системе мы сейчас работаем и стараемся, чтобы было максимально доброжелательное, вежливое отношение к больным. Ведь человек в больницу не так просто же приходит. Он приходит, когда ему плохо, когда он заболел. И тут надо его встретить радушно, с материнским пониманием, со всей добротой. Тогда человеку станет сразу хорошо. Между прочим, говоря, как доверие, самое главное, появится к врачам, к медицинским работникам. Вот этого, я считаю, мы на сегодняшний день достигли. В медицинской практике все чаще вводятся новые виды партнерства для реализации тех или иных социально значимых проектов, такие как сотрудничество с частными лицами в виде инвесторов. Наша центральная районная больница имеет 9 медицинских учреждений. Это 1 ЦРБ, 3 участковых больницы и 5 врачебных амбулаторий. У нас население составляет 12 тысяч человек. Радиус обслуживания 250 километров. А мощность нашей больницы – это 110
коек, из них 88 круглосуточных, 22 дневных коек. Имеется противотуберкулезный диспансер на 5 коек республиканского значения. У нас лечатся пациенты с Намского района. А в участковых больницах у нас лечится тоже местное население, но в основном из участковых больниц и врачебных амбулаторий тяжелых больных направляют в центральную районную больницу, и они проходят достаточное лечение. У нас в первом съезде тема выступления – это реализация программы государственно-частного партнерства. Это говорит о том, что строительство новых объектов привлечены частные лица, инвесторы, так называется. За 2015 по 2017 год в нашем районе построены две врачебные амбулатории одним инвестором. Да. И эти больницы оснащены современным оборудованием в каменном варианте благостроенным, который отвечает современным требованиям Санпина. Они укомплектованы медицинскими кадрами 100%, имеют санитарный транспорт. В этом году, вот 10 ноября, мы торжественно открыли Кировскую врачебную амбулаторию. Вот она находится по федеральной трассе Вилюй, вот 30 километров от районного центра. Врач общей практики там работает, фельдшер, акушерка и две медсестры там, да, оказывают медицинскую помощь. Но итоги работы первого съезда врачей – это вот внедрение медицины, это информатизация. Да. Это уже у нас идет. Сейчас у нас везде по всей республике идет телемедицинские консультации. Даже на слегах у нас мы можем, из наслегов можем консультироваться по телемедицине. Да. В некоторых лечебных учреждениях требуется соответствующее оснащение и ремонт. Но благодаря программе оптимизации достигнуты значительные успехи по благоустройству больниц. 8 то есть, участковых больниц и одна врачебная амбулатория. Также в самом городе Среднеколымске находится, это является как бы медицинским центром всего Среднеколымского района. Также там у нас находится... Базируется филиал санитарной авиации, который обеспечивает Колыма-Индигирскую группу районов, это 6 районов. Оказывает, ну, производит транспортировку и оказание помощи населению этих 6 районов. В этом году начата оптимизация площадей, так как материально-техническое состояние объектов больницы находится в плачевном состоянии большинства объектов. И в результате оптимизации площадей уже достигнуты некоторые результаты. Это экономия по содержанию этих объектов. Также оказание медицинской помощи будет более удобно для пациента. То есть все лечебно-профилактические отделения, стационары, лаборатории, рентген-служба, диагностические различные службы, они будут находиться в одном зданий, то есть человеку, пациенту не придется путешествовать по всему, так сказать, больничному городку, чтобы там пройти рентген, сдать анализы и так далее. Я надеюсь, что это будет очень результативный съезд, и будут решены многие вопросы здравоохранения в Республике Саха-Якутия. В съезде затронуты вопросы программы «Вежливый доктор», которая внедряется и практикуется по всей республике. Открытость медицинских учреждений – это один из этапов повышения престижа врача. Ну, Алданский район – это промышленный район, и она, здравоохранение представлено одной центральной районной больницей Алданской и двумя городскими больницами – Тамутская городская больница и Нижнекуранахская городская больница. Помимо этого, ну вот если говорить об Алданской центральной районной больнице, у нас 4 ФАПа, 2 врачебные амбулатории. Вот, то есть объем достаточно большой, обслуживаемое население на 40 тысяч человек. Вот есть отдаленные поселки, вот, где у нас тоже организована медицинская помощь. В принципе, у нас нет таких населенных пунктов, где медицинской помощи нет совсем. Она везде присутствует. Ну, мой доклад связан с организацией взаимодействия с общественностью. Вот, ввиду того, что этой работой я занимался вот, на протяжении полутора лет, почти практически двух лет, связано это с тем, что центральная районная больница оказалась
ну, не открытая к населению. Это, в свою очередь, рождало различные ошибочные мнения, предположения и так далее. То есть население, оно находилось в таком невидении от тех моментов, которые происходят в больнице. И до этого нами было принято решение это все активно освещать, вот, чтобы у населения была оперативная информация, чтобы они владели ей непосредственно из уст руководителя, который за это отвечает, а не посредством там, мессенджеров различных, социальных сетей и так далее. То есть все-таки я считаю, что организовывать здравоохранение должен организатор здравоохранения в первую очередь. Вот, и как-то активно доносить это до населения. И вот эта работа, которая нами проведена уже, непосредственно и проводится дальше, она дает свои результаты. То есть у нас сократилось количество жалоб. Население знает, что его ждет, и почему, и по каким причинам производятся те или иные изменения в больнице. Какие плюсы от этого будут. Ну, в первую очередь, это, конечно же, открытость перед населением. Здесь даже речь идет не больше о каких-то публичных выступлениях, я имею в виду посредством телевидения, да, или газет там. Надо просто свои двери, как руководитель, держать открытыми. У меня на рабочей двери, я все время об этом говорю, есть время приема. Но оно написано номинально, потому что это требует определенные проверяющие органы. И ко мне можно зайти в любое, в принципе, время, да, и как показывает практика, вот, по результатам уже вот моей работы, ходить стали меньше. Если поначалу у меня дверь не закрывалась, это с утра до вечера проходили люди с своими проблемами, то сейчас их стало значительно меньше. И я не принимаю никогда вот в то время, когда у меня она прописана. Принимаю всегда, весь день у меня прием проходит. Вот, конечно же, изменения, которые у нас есть и так далее, их надо освещать, как бы с населением встречаться. Прежде всего, это общественный совет, это то население, которое активное, население с нами непосредственно работает, которое имеет большой электорат вокруг себя, то есть с ними работу проводить, и встречи непосредственно с населением. У нас они проходят ежеквартально, мы ездим по всем поселкам, в городе собираемся, и все желающие могут прийти, задать свой вопрос непосредственно мне, я отвечу. Ну, съезд у нас первый. Вот. Конечно же, определенных решений и действий по результатам работы данного съезда, резолюции. В любом случае, будь то конференция, или это коллегия, или это съезд, да, как сейчас, вот, все равно принимаются решения по результатам. Вот, поэтому работа основная проводится даже не здесь, вот, непосредственно на съезде, она проводится перед съездом. Вот, когда все это прорабатывается, все это делается, и в любом случае ну, положительных моментов там ждем, не ждем отрицательных. Продолжается оснащение больниц необходимым медицинским оборудованием. В рамках съезда торжественно вручена 21 машина скорой медицинской помощи. Второй год работает программа по поддержке отечественной автомобильной промышленности вот, в части обеспечения машинами скорой медицинской помощи. И в этом году мы получаем, наша республика, 21 машину скорой медицинской помощи. Это полностью за счет средств федерального бюджета. Вот эти машины, они официально оборудованы, вот, чтобы оказывать скорую медицинскую помощь. Машины, конечно же, распределены по большинству районов. Вот, ну, с учетом того, что часть получили в прошлом году, часть получает в этом году, и город Икутск в том числе. Вот, кроме этого, в рамках этой программы мы выделили 3 автомашины для 3 так называемых моногородов. Это поселок Максоголох, поселок Нижний Курганах и поселок Удачный. Вот. Ну, все они будут, я думаю, работать для того, чтобы снизить смертность, улучшить состояние здоровья населения. В работе съезда обсуждены наиболее важные проблемы в системе здравоохранения. В результате работы съезда была принята резолюция, в котором описаны пути развития и решения проблем. Центров практических навыков и медицинских виртуально-образовательных технологий, симуляционный центр при Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Амосова открылся в 2012 году. Это уникальный, единственный комплекс такого масштаба и уровня оснащенности, где применяются новейшие инновационные технологии. Когда была открыта эта клиника, и на втором этаже клиники медицинского института мы открыли наш симуляционный центр. Ну, на самом деле, конечно, этому предшествовала огромная работа, когда, начиная с 2010-2011 года, в рамках программы развития университета было принято решение открыть наш центр.
Начало закупаться оборудование. Несколько групп наших преподавателей съездили в Корею, Пусанский национальный университет, где получили сертификаты инструкторов практических навыков. Ну и на сегодня мы имеем даже целых два корпуса симуляционного центра. Первый корпус здесь, вот клиника медицинского института, где располагается 8 учебных кабинетов. А по Петровского 5 у нас есть симуляционный центр, где проходит аккредитация на 10 рабочих станциях. Сейчас в зависимости от дисциплины выпускник или врач практического здравоохранения может пройти практически, усвоить практические навыки, совершенствовать их, скажем, акушер-гинеколог в кабинете акушерства, реаниматолог в кабинете интенсивной терапии, хирург в хирургическом кабинете. Конечно, наша основная задача – это освоение и совершенство практических навыков нашими студентами и нашими ординаторами, но кроме того мы еще занимаемся образовательными проектами, практикоориентированными, это краткосрочные курсы и тематическое усовершенствование. Должен сказать, что симуляционные методы можно применять в обучении любого контингента. Это может быть не медики. Например, приемы оказания первой помощи должен уметь оказывать любой уважающий себя гражданин. И действительно, вот эти наши краткосрочные курсы, которые посвящены первой помощи, они пользуются спросом. Это курсы и тематическое усовершенствование по различным актуальным проблемам наших специальностей. В течение года мы проводим такие курсы, причем курсы у нас практикоориентированы и, соответственно, малые группы, 5-6 человек мы проводим обучение. В отделениях нового симуляционного центра вместо пациентов манекен-роботы, имитирующие живого человека. Их сердце бьется, кровь циркулирует, они дышат, а некоторые даже разговаривают. Все, чтобы у обучающихся здесь возникло ощущение, что пациент настоящий. У студентов есть возможность делать практически любые операции и процедуры на манекенах. В кабинетах можно симулировать экстренные ситуации, чтобы будущие врачи набирались опыта работы в самых разных условиях. В рамках аккредитации в нашем институте проводится второй этап, именно в нашем симуляционном центре. И вот первая станция, независимо от специальности, была станция сердечно-легочной реанимации, где выпускник получал задание. Вы утром пришли на работу и видите человека, который лежит на полу. Окажите ему помощь в рамках своих возможностей. Вот сейчас мы продемонстрируем, как это должно проводиться с нашими помощниками, ординаторами, врачами, анестезиологами, реаниматологами. Как должен оказывать помощь человек, который оказался в этой ситуации? Мужчина, вы меня слышите? Помогите человеку плохо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сознание, дыхание нет, начинаю реанимацию. Сердечно-легочную реанимацию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Вызов скорой помощи. Она скорая. Волковского, 36, второй этаж. 1-3, страдавший мужчина, 25 лет, без сознания, без дыхания. Начинаем сердечно-легочную реанимацию. Вызов принят? Раз, два, три, четыре. Аппарат работает. Оголите грудь пациента в точности, как показано на картинке. Плотно прижмите электроды голой груди пациента. Анализ сердечного ритма. Не прикасайтесь к пациенту. Зарядка. Не трогайте пациента. Нажмите красную мигающую кнопку. Разряд. Можно прикасаться к пациенту. Если необходимо, начните сердечно-легочную реанимацию. Инфузионная терапия готова. Дыхание не проводится. Нести ларингеальную маску. Подготовить дефибриллятор. 200 джоулей. Набирает заряд.
Заряд набран. Все на таких. Разряд. Сейчас студенты 5 курса факультета лечебное дело проводят в симуляторе эндоскопическую операцию. Сейчас мы тренируемся к Олимпиаде по хирургии, а на данный момент мы пытаемся вызывать культю на тонком кишечнике и тренируемся это на свином тонком кишечнике. Это возможность обучаться студентам не на пациентах, а именно на симуляционных аппаратах. На манекенах, на стойках. Вот это является эндоскопическая стойка фирмы Штоц, Карл Штоц. И он максимально приблизен ЖНК в реальных условиях. То есть монитор, манипуляторы, камера. И как это все на операции будет выглядеть, вот так это и выглядит. Будущие врачи-педиатры отрабатывают практические навыки при родах, изучают расположение ребенка в утробе, которое пригодится в будущем. Срок беременности, если женщина рожает, да, роженица, значит доношенная беременность. Беременность 39 недель. Дальше, положение плода. Да, что такое положение плода? Отношение к женщине. Отношение спинки плода к коси матки, положение плода. В данном случае положение какое? Продольное, верно. Бывают какие еще положения? Давай, показывай. Косое положение под углом, да? 45 градусов. Дальше какое еще? Поперечное. Сколько у нас тут идет? Угол 90 градусов, да? И самое благоприятное, это, конечно, у нас продольное положение. Так, дальше, кроме положения, что еще говорим? Прилежание. Бывает головное или переворачиваем тазовое, да? То есть прилежит тазовый конец плода, полости малого таза. Так, значит, благоприятный делаем, да? Самое благоприятное – это головное прилежание, самое хорошее. Значит, смотрим левую половину матки, да? Левая сторона женщины, беременной, роженицы, и правая. Значит, спинка плода прилежит к левой половине матки. Это будет первая позиция. Хорошо. Вторая позиция. Вторая позиция. Значит, помним, да, что к нам женщина лежит в зеркальном отображении. То есть наша правая рука прилежит к какой половине женщины? К левой, а наша левая рука к правой. Сегодня у нас идет занятие, практическое занятие в симуляционном центре. В кабинете практических навыков по акушерству. Значит, осенью у нас поступило новое оборудование. И ребята сейчас у нас ежедневно посещают наш кабинет для того, чтобы отрабатывать практические навыки по акушерству. Так, ну, основные навыки, которые вот должен владеть будущий выпускник нашего института, это, конечно, самые такие распространенные. То есть независимо от специальности, любой студент после окончания должен уметь проводить приемы Леопольда, определять сердцебиение плода, членорасположение плода, уметь определять основные параметры размеров матки и также уметь выявлять предвестники родов для того, чтобы не пропустить этот важный момент и своевременно направить женщину, да, беременную, в родовспомогательное учреждение. Так, ну в этом кабинете мы занимаемся уже давно, уже которое поколение выпускников у нас отрабатывает свои навыки. И в принципе считаю, что кабинет приносит очень большую пользу на практике, потому что в жизни, в реале у нас не все студенты могут посещать настоящие роды. Сейчас многие женщины бывают против присутствия в родах студентов, практикантов и так далее. То есть они хотят, чтобы роды проходили более в интимной обстановке, допустим, с родственниками. А это стоматологический кабинет. Будущие стоматологи при помощи видеоуроков осваивают первые навыки. Студентами 4 курса проводим манипуляции обучающие. Ну, в данной аудитории сейчас мы проводим видеоуроки обучающего характера по теме. Вы видите, что в данном кабинете у нас предоставлены современные оборудования. Да? Кабинет оснащен компьютерами, оснащен установками переносными, с наконечниками, со всеми комплектующими.
Также у нас есть аппарат, называется, значит, симуляционный аппарат, называется муксимодонт, на котором студенты отрабатывают практические навыки, визуализационно. Да? После данных процедур, которые проводятся в симуляционном кабинете, мы со студентами спускаемся вниз, непосредственно в клинику стоматологическую, где студенты старших курсов проводят прием пациентов. Прием пациентов у нас осуществляется под контролем преподавателей. Все манипуляции проводятся на достаточно высоком уровне. И тем самым наши студенты переходят уже на уровень специалиста, да, путем проведения манипуляций практических. В данном кабинете симуляционном мы проводим обучающие материалы, да, то есть теоретическую часть. После отработки теоретической части, конечно же, мы приступаем к практической. Сначала мы отрабатываем навыки на наших установках комплектующих, ну и затем, конечно же, отрабатываем навыки на пациентах наших. На данный момент у нас идет цикл по пародонтологии, и в данное время у нас идет теоретическая часть нашего занятия. Это очень хорошо, то, что у нас есть такие фантомы, и мы можем отрабатывать на них свои знания, получать что-то новое, потому что мы же студенты, мы тоже немножко волнуемся, боимся, и это очень хорошо, то, что мы сначала отрабатываем на них, и только потом переходим на людей, потому что это безопасней. И мы как бы уже знаем алгоритм наших действий, и что должны делать, что нельзя делать. И очень рада, что наш университет оснащен последними технологиями. Спасибо за это огромное. Ну, нам очень повезло, что мы учимся в это время. То есть, если взять, например, предыдущие курсы, у них, например, не было такой возможности. А сейчас у нас есть такая возможность, и мы можем попрактиковаться здесь и потом уже попробовать свои силы на пациентах. В этом году симуляционный центр расширился 10 станциями по улице Петровского, 5. Мы тут со студентами занимаемся, именно отрабатываем навыки практических умений, как нужно смотреть ребенка, например, взвешивать физическое развитие. Прежде чем подойти к самому ребенку, мы занимаемся это на симуляторах и муляжах. Также в симуляционном центре у нас проводится по всем дисциплинам. Например, это акушерство и гинекология. Студенты обучаются, как правильно осматривать женщин, как проводить пальпаторные исследования. Также хирургические у нас есть кабинеты, где студенты нашего института тоже отрабатывают свои навыки, как правильно завязывать узлы, эндоскопические операции, как проводить. По оториноларингологии тоже проводится осмотр именно уха, носа, как нужно проводить, как должно быть. Это все отрабатывается навыками, а потом уже подходит к самим больным. Также есть рефлексы автоматической походки. Вот, то есть ребенок должен, по идее, стоять, да, а тут у него нет. И делает шаговые движения, какие, да, должно быть. Это вот для детей новорожденных, транзиторные исследования. Значит, когда кладем рефлекс Бауэра, когда мы, значит, отталкивает, и он должен делать хаотичные движения тоже. По внешнему вот, штриховое движение, то ребенок должен веерообразно вот так вот все пальцы растопырить. Вот сюда нажали и вот так вот посмотрели. Это вот мы определяем большой родничок. Вообще у доношенных детей большой родничок размером 2 на 2 бывает. То есть на нашей кафедре студенты приходят на втором курсе, изучают общий ход за пациентами, на третьем курсе пропедевтику внутренних болезней, то есть это общая симптоматика заболеваний внутренних органов, на четвертом курсе изучают факультетскую терапию, то есть классическое течение заболеваний, и также эндокринологию, патологию эндокринной системы. А также на старших курсах студенты приходят к нам для прохождение дисциплины врачебный контроль и лечебная физкультура, восстановительные методики.
Это студенты 5 курса педиатров. Ну, они педиатры, но тем не менее по программе у них есть внутренние болезни. Это по стандарту положено. И вот они сейчас пришли на цикл. У нас цикловые занятия на 2 недели приходят на наш цикл, изучают по программе все заболевания, которые им положено изучить. И вот зимой сдают экзамен. Поэтому в качестве отработки практических навыков мы посещаем аккредитационный центр, ну, симуляционный центр, где есть созданы все условия. И торс аскультация по программам можно послушать. Аскультативная картина сердца и легких, там есть нормы и патологии, как иллюстрация тех заболеваний, которые мы изучаем. И также можно для подготовки уже к посещению клиники и курации пациентов, студенты отрабатывают навыки осмотра, общего осмотра пациентов. В данном случае вот мы повторяем по пальпацию. Понятно, что общие вопросы мы проходили они давно на пропедевтике, поэтому перед тем, как пойти в клинику, мы вот эти вопросы повторяем. Уже студенты больше работают руками. У нас такой практикоориентированный подход к обучению, чтобы студенты максимально пришли подготовленные в отделение уже. Я считаю, что нашему поколению медиков очень повезло. Дело в том, что есть некоторые манипуляции, которые очень сложно проводить на больных детях, в том числе, да, и людях. И данные технологии нам очень сильно позволяют отучить вот эти навыки, которые нам пригодятся в будущем, и также сдать пассы, последующие пассы. Вот. Нам это, эти лежи помогают в реальном времени ощутить, допустим, некоторые патологические изменения в органах, допустим, в органах дыхания, в сердечной системе и так далее. Вот в симуляционном центре мы обучаемся почти каждый день и дает много возможностей для дальнейшей учебы, для дальнейших, ну, навыков, чтобы мы освоили нашу профессию. Ну, здесь, да, это позволяет, эти фантомы, или называется торс аскультации, позволяет нам, здесь есть 2 программы, на сердце и на легкие, поэтому мы можем выбрать программу и дальше уже или нормальные прослушать сердце и легкие, или уже по темам у нас тут заложены программы, поэтому как дополнительная иллюстрация к аскультативной картине тех заболеваний, которые нам студенты изучают. Слышишь? Да. Слышно, да? Угу. Хлеба пошли. Студентам предстоит защищать в режиме онлайна и получить аккредитацию. Кроме того, в 2015 году мы аккредитовались в РосАМЕД. Это Российское общество симуляционного обучения в медицине. И нам присвоена 2-я категория – это региональный уровень. Как вы знаете, с 2016 года все выпускники проходят аккредитацию. Начали мы со стоматологов и фармацевтов, а сейчас все специальности, которые выпускает наш мединститут, они проходят аккредитацию. Мы находимся в нашей операторской симуляционного центра, потому что, как вы видите, у нас каждая станция, их у нас 8, она оснащена камерами для проведения аудио и видеоконтроля. Это важно как раз в симуляционном обучении. Для чего? Во-первых, мы можем записывать все, что делают наши слушатели, чтобы потом обсуждать их ошибки, где было сделано правильно, а где какие-то недочеты. Ну и кроме того, мы с 2016 года проводим аккредитацию наших выпускников. И согласно требованиям методического центра аккредитации, все станции должны, все экзамены должны проводиться под строгим аудио-видеоконтролем. Есть камеры общего вида, есть камеры, которые установлены над рабочим местом. И здесь вы видите вот нашу операторскую. И в режиме реального времени мы можем наблюдать, что происходит в каждой из этих станций. Ну вот, например, я обращаю ваше внимание на кабинет акушерства. Вы можете видеть, как здесь занимаются наши студенты. Это акушерство, скажем, следующий кабинет, где проходит теоретическая подготовка, прежде чем перейти к практической части. Ну, разумеется, это все очень дорогостоящее оборудование, так же, как наши тренажеры и симуляторы.
поскольку требования достаточно серьезные. Можете видеть наш стоматологический кабинет, где тоже стоматологи наши уже второй год подряд проходят аккредитацию. Все записывается, и более того, по требованиям методического центра аккредитации мы направляем то, что было заснято, заархивировано в Москву. Таким образом, можно сказать, что проведение видео и аудиоконтроля – это обязательное условие при использовании симуляционных методов обучения, подготовки врача. Я говорил, что при использовании симуляционных методов очень важно использовать аудио- и видеоконтроль. И вот посмотрите, в режиме реального времени мы можем наблюдать сразу работу 4 станций. И это особенно важно при проведении аккредитации. Я сейчас попрошу нашего инженера включить архив, пожалуйста, и который можно использовать вообще в качестве учебного пособия. Вот выпускник у нас на одной из станций. Запустите. Вот как он зашел и проводит обследование пациента. И вот на занятиях мы можем показать, как должна проводиться консультация, осмотр. Это архив из аккредитации, которая у нас прошла этим летом. Тогда преподаватели здесь сидят, да? Если да, студенты могут сидеть здесь, преподаватели сидят здесь. А так принцип какой? Отработали на станции, пришли сюда и смотрят, как они работали. И здесь делаете анализ. Да, и анализируют. Ведь это всегда действительно, когда видишь свои ошибки, это лучше усваивается. Ну и в заключение можно сказать, что симуляционные методы обучения – это новое направление в медицинском образовании. Федеральных государственных образовательных стандартов не только медиков, кстати, но и других образовательных учреждений обязательно является оказание первой помощи. И в этом году мы начали проводить курсы для программ их дисциплин, курсы по первой помощи для психологов, для горняков. И должен заметить, что если какой-то регион хочет вот эту вот составляющую оказания первой помощи поставить на должном уровне, считается, что 25% населения должно уметь оказывать первую помощь. То есть это каждый четвертый взрослый человек. Ведь самое слабое звено при оказании экстренной помощи – это оказать первую и качественную помощь на месте происшествия. А кто это будет оказывать? Это тот, кто окажется на месте происшествия, очевидец. И вот если этот человек умеет оказывать первую помощь, то правильные его действия могут вернуть этого человека к жизни. И поэтому я скажу, что симуляционные методы обучения – это перспективные и необходимые методы обучения, которые должны внедряться во всех медицинских учреждениях.